Вчора був Міжнародний день логопеда. Цю тему ми не могли десь відкинути, відкласти і просто не зачепити, тому сьогодні ми хочемо поспілкуватися із гостем. Так, у нас сьогодні в студії ранковий гість, і сьогодні, я так розумію, Олесь трішечки переживає, і я переживаю, тому що, знаєте, вимова – дуже важлива річ, і ми хочемо, щоб і у нас все було чітко, і у всіх все було чітко і правильно. І тому сьогодні нашу ранкову студію завітала Любов Кропачова, клінічний дитячий психолог, логопед-дефектолог, нейропсихолог. Я поки це все вимовила, вже пропрацювала дикцію. Доброго ранку. Доброго ранку. Я буду на русском языке. Звісно. Я хочу, пока я прийшла к вам в студію, в гості, я хочу поздравити всіх своїх колег, всіх логопедів України з таким замечательним праздником – Міжнародний день логопедії. І логопедія – вона дуже широка наука, і ми дуже багато реалізовані в цій професії. Нам, ми завжди ученики, студенти, завжди потрібно навчатися. Вот на этих выходных мы посвятили несколько конференций, где всегда логопеды учатся чему-то новому, потому что наши дети и те задачи, которые стоят перед логопедией вот сейчас, в этом году, да, они очень обязывают нас всегда обучаться. От логопедія – це ж не тільки правильне мови, правильне вимовляння звуків, можливо, якісь ще моменти, які ми не знаємо. Що саме включає саме логопед? Які зараз задачі стоять перед сучасним логопедом? Я розумію, що мені потрібно до вас завітати в гості, ще буде неодноразово, але все ж таки. А задачі стоять дуже серйозно. Якщо, будемо говорити, є школьні і дошкольні логопеди, да, они занимаются звукопостановкой, автоматизацией. Школьные логопеды занимаются развитием письма, чтения, устной речи. То те логопеды, которые работают с малышами по запуску речи, те нейрологопеды и нейропсихологи, которые сейчас работают с детками с особенностями развития. И понимаем, что речь – это высшая функция психики. И насколько важно понять причины, почему у ребенка те или иные нарушения. Вот это и является, наверное, той задачей быть сейчас настолько грамотным и обучаться. Перед логопедами стоит вот такая задача. А обучение не всегда доступне обычному логопеду, который работает в госструктурах. А ось дивіться, момент того, що ви кажете взагалі, тобто це показник нашого психологічного здоров'я, правильно, саме вимова, як ми спілкуємося. І от буває, що дітки говорять там до року починають говорити, буває хтось в 3 роки. І буває хтось уже в 3 там тараторить, як потрібно, да. А хтось не вимовляє якихось певних літер. То в який момент потрібно, з якого моменту приділяти увагу саме тому, як дитина починає говорити? Є ентогенез розвитку. Мы уже очень много человечества наше существует. Есть определенные правила, да, этапы, которые ребенок, созревая мозг, и он формируется. И, конечно, когда мы говорим о задержках, то они не видны в 3 года, вдруг они выходят. Потому что очень много родителей сейчас приходят и говорят, много специалистов, и даже те же неврологи говорят, что нужно подождать до 3 лет. Нет, сейчас эти границы смыты, и уже сейчас мои маленькие ученики и 7 месяцев приводят к специалисту. 7 месяцев? Вот, безусловно. Потому что, понимаете, то, что у ребенка будет задержка психоречевого развития, физического развития, конечно же, мы видим это с самого рождения. И когда у мамы возникают вопросы, и когда ведет грамотный специалист-невролог, то, конечно, чем раньше мы начнем работу с логопедом, тем лучше. И когда мы видим, что к специалисту в 3 года приходит мама с запросом, что у ребенка нет речи, речевые задержки, то когда мы собираем анамнез, то здесь даже мама понимает, что проблемы и нарушения были еще на 1-м году жизни. Было уже по анамнезу, мы собираем, что ребенок отставал. Ведь даже уже в 3 месяца первая коммуникация какая, когда ребеночек маленький еще, он еще голову не может держать, но он уже подстраивается телом. Ты берешь на ручки, он подстраивается под тебя, и это видно, что у ребенка не нарушен тонус. Когда он хорошо сосет грудь и кушает вообще, когда есть хороший сон. Но когда у нас уже есть тонусы, то ребенок будет, конечно же, страдать. И уже начнется с самых примитивных рефлексов. Это
сосательный рефлекс, глотательный рефлекс, кусательный, жевательный, они уже будут отставать. То есть уже когда мы смотрим на ребенка, на его артикуляционный аппарат, то уже можно видеть, что щечки немножко не усложнены, на работу языка, усложнена работа глотательной системы, дыхание. То есть это весь комплекс. И когда вот в три месяца вы берете ребенка, и он должен, что комплекс оживления, он смотрит в глазки, он смотрит, как мама на мамин роте, как мы ставим, как мама произносит, как она с ним огукает. Вот этот процесс огуканья. А иногда при анамнезе он очень... иногда этот процесс, когда первые звуки у ребенка появляются, он иногда задерживается в год. Не в три месяца, а в год. И затем идет процесс лепета, когда баба-га-га-га-баба. Вот это вот первые звуки, которые ребенок произносит, на основе которых в год и полтора года должны выходить первые слова. А когда в данный момент эти первые слова, они могут прийти уже и к трем годам. А ось ви сказали про це ага-га, ага-гу, і я подумала про те, що, знаєте, є категорія батьків, яка усю-сю починає, якби там... Сюкатись, так сказати. Так, і є думка про те, що це навпаки якраз порушує сам вимову дітей, і чіткість, це правда чи ні? Безусловно, якщо ми це робимо всьому своє время. А от якраз сюсюка, це треба до года. А, до года. Очень важно. А когда ребенок... Далее закінчиться цей період сюсюкання, іде доросле життя. И нужно общаться, разговаривать с ребенком, уже четко проговаривая все звуки, четко проговаривая все слова. Как мы понимаем и учим, точно так же, как мы будем вдруг учить испанский. Как вы его учите? Вы должны смотреть, как и ротик открывается, как они произносят тот или иной звук, как язычок идет. На самом деле мы очень много и часто воспринимаем речь и считываем положение именно глазками, ушками, естественно, да, когда я слышу этот звук, как мне его произносить. И обязательно важно уделять время ребенку. Что бы я хотела обратить внимание родителей? То, что мы должны общаться с ребенком на уровне глаз ребенка, то есть вы должны меня видеть, ребенок не должен воспринимать только ушами. Часто очень брать ребенка на руки, и никто не отменяет того, давайте вспоминать, как наши бабушки воспитывали, как пели колыбельные, все эти чистоговорки, все вот эти пальчиковые игры. Сейчас это вдруг заменили специалисты, потому что как-то из нашей культуры родительской это вдруг ушло. У нас заменили памперсы, место ползания, ходунки. Это все нельзя. Как раз поэтому, потому что нам сейчас очень удобно быть мамами, да? Мы на ребенка одели памперс, и он не чувствует, что там есть у него тело. То есть мы замедляем процессы созревания головного мозга. Ребенок должен хотя бы один раз в день почувствовать, что он мокрый, что у него есть вот этот ствол мозга. Я не буду углубляться вот в такие научные термины, да, но он должен чувствовать, что у меня есть тело, у меня есть правильно созревать и давать импульс по всему спинному мозгу, тогда ребенок себя лучше чувствует. Обязательно петь колыбельные песни. Потому что когда вы приходите к специалисту уже после трех, запускаем речь, то мы даем там логаритмику, попевки, и мы все равно поем, и только это делает специалист три раза в неделю по часу. А не бабуся або мама ввечері кожного. Безусловно. Перед тим, як засинає. Это крайне важно. Это такая вещь, когда ребенок ты колыхаешь, когда ты даешь ему любовь, когда он видит, как ты открываешь ротик, какие звуки выходят. И мы таким образом стимулируем кору головного мозга к речи. То есть все, что делали наши бабушки, вот эти игры, они все были обусловлены тем, что в этот период формируется это, в этот период формируется это. И обязательно давайте своим детям возможность ползать. Ползание – это то, когда ребенок ползает, он как раз стимулирует работу взаимосвязанную двух полушарий. И таким образом в одном полушарии у нас идет восприятие речи, в другом – воспроизведение. Вот это вот функции, они должны между собой очень хорошо работать. И в мене виникає запитання, в чому ж проблема, що деякі зразу починають чуть не співати солов'їною такою гарною мовою, а в когось є все-таки проблема із дикцією. Чому ось десь в дитячому рівні так? Конечно, генетические расположенности.
Если в роду мамы и папы были сильные ораторы личности, когда мы, да, много ораторов, и речь была всегда одной из функций, если не было, смотрите, когда мы берем, собираем анамнез, очень важно, чтобы в нашем коду, то есть вот есть генетический код ребенка, вот мы наполовину из папы, наполовину из мамы. И когда в нашем вот самом коду сильный род, не было нарушений, когда есть сердечно-сосудистые заболевания, психические заболевания, выкидыши в роду. Иногда мы это не можем даже узнать, потому что 50 лет назад мы уже понимаем, что мы не знаем, что было у бабушки, прабабушки, насколько силен наш род генетически. Мы обычно знаем, как развивался папа, мама, их родители, да, бабушки, дедушки. Но вот все, что было в прабабушках, бабушках, все это содержится в нашем генетическом коду. И вот то, как каждый будет из нас развиваться, как раз зависит от генетики. Один, даже получив родовую травму, скомпенсируется и быстро сформируется его навык, и он будет абсолютно здоровым ребенком. А якщо запустили, і це вже потрібно там в 20 років ось працювати над дикцією до логопеда, складніше буде чи... Складніше. Набагато. Это сложнее. Почему? Потому что у ребенка формировать навык у ребенка на чистом листочке, да, конечно, гораздо легче и быстрее. Если мы что-то каждый день делаем полтора месяца, это уже является, вот все, мы сделали синаптическое соединение, и много раз проделывая даже с преподавателем, ребенок это все выбирает в навык, и мозг это уже умеет. Но когда мы говорим о взрослых людях, а очень часто есть обращение как раз по взрослые люди. Это обычно либо звук «р», либо «сш», в общем-то, ротацизм, да, и тому подобное. То, конечно, это на то, чтобы переработать привычку. У нас же есть привычка ставить язычок вот так. Это уже записано в программе. 21 день, насколько я знаю, потребно для организма, чтобы... Что-то улучшить. Ну, так я бы сказала, 21 занятие. Це в звичку. Війшло, 21 день потрібно. Возможно. Если вы будете делать каждый день, то, безусловно, это будет так. Мені за цим зараз ось якраз запитання Олеси спростувало, що той міф, що до логопедів звертаються тільки з дитячими проблемами. Ні. Тобто і дорослі звертаються. Так, да, дуже багато таких обращень. Особливо, знаєте, коли... Когда человек идет в новый статус, например, занимает какую-то должность, когда ему нужно красиво, правильно говорить, либо девушка, она очень хочет выйти замуж, этот комплекс ей мешает. То есть как комплекс. Да. Навіть так, як выйти замуж? Для того, щоб познайомитись, потрібно розмовляти, розумієш? То ми сьогодні піднімали цю тему, до речі, але ми говорили про українську. А знаєте, що цікавий момент, що кажуть, ну як же ж, дівчатка, вони... Олесь, вибач, а швидше розвиваються, ніж чоловіки. Займайтесь. Я скажу вам, що у мене дитячий центр корекційний, і 80% – це мальчики. Так, ось. Це да. Дівчатки дійсно швидше компенсуються. Ну, вибач, але просто це такі, бачиш, факти. Я хотіла дізнатися, чи дійсно це так, що звертаються, що от дівчатка до 3 років якось швидше починають говорити, а хлопці в основному після 3. Вообще очень... женская особь, да, она более приспособлена к выживанию, поэтому компенсируется быстрее. Це через красу? Чи як це? Це поєднання, ага, це красота розуму. Я би, наверное, сказала, що нам нужно сохранить себя и дать потомство и род, поэтому, да, функция быстрее девочки компенсируется и развивается. Тому нам треба швидше навчитися говорити. Но если это мешает вам, это является вашим комплексом и мешает вам вашей личности раскрыться и быть уверенной в себе, то да. Но вы знаете, иногда можно сказать, иногда я так и говорю, что все прекрасно. Вот прекрасно, ты прекрасна такая, какая ты есть, прими себя, мне так нравится, вот мне слух не режет, а давай оставим как есть. А от є фішка, що ті, хто не вимовляють літеру РЛ, вони часто не виправляють цей момент, а просто його залишають. Ще була як фішка, так. Да. Это вот бывает изюминка, я называю это. Иногда это изюминка. Ну, если ты принимаешь, тебе с этим нормально. Вот ты как личность, тебе с этим мог? Отлично. Все зависит, да, от наших комплексов, от того, что ты можешь принять в себе. Иногда полненькие девушки так выглядят, и они так раскрепощены, а худенькой всегда есть к чему стремиться, и это является в зоне ее комплекса. Вот с речью, думаю, что точно так же. Другой момент,
Понимаете, речь это показатель нашей интеллектуального развития. Ведь не зря же логопедия, да, это вот речь, это высшая функция нервной системы. Угу. Что если с речью что-то не так, то мы должны опуститься на этап мышления, угу. внимания, восприятия мира, как развивается ваше тело, как нервная система себя работает, как она развивается, какие-то рефлексы мешают. Это, конечно же, проблемы целостного комплекса и здоровья психологического и физического. Речь угу. всегда это выдаст. Ух ти. До речі, так знаєш, як візитна карточка, тобто, як заговорив, так все і зрозуміло. Да. Знаєте, ще є такий момент цікавий. Ми говоримо про те, що мова буває на початковому етапі не дуже чіткою, потім вона стає кращою, а буває момент, коли мова з роками погіршується, от саме вимова. Ісус. А з чим це спричинено і чи нормально це? Це дуже плохо, якщо це відбувається. Потому что это все нужно сразу обратиться к неврологу. Когда у нас частые боли, когда есть нарушение мышц спины, шеи, нарушается наша осанка, нарушается тонус, когда у вас есть проблемы с сосудами головного мозга, это все будет причиной для того, чтобы ухудшались функции работы мозговых структур. И, конечно же, в речи мы сразу это все увидим. У мене ще виникає запитання, ось таке. Знаєте, кажуть, що людина як губка, в яке середовище попадаєш, таке і починаєш в себе так сприймати. Якщо ти хороший оратор, але попадаєш в компанію людей, там де всі незрозуміло говорять одним словом, чи це психологічна дія, і ти так само починаєш спілкуватися? Думаю, нет. Знаете, деградации назад, это если только сильно расслабиться. Но обычно, если ребенок развивается, или взрослый даже, то деградации назад может... Але якщо там, наприклад, попав, і він перебуває в цьому середовищі певний період часу. Ви знаєте, оце шо там з'являється, або там так. Ну так, ми завжди на нашу речі впливає, да, то, що ми слышим. Я б сказав, м'ямлити інколи починають люди зажовувати слова. Якщо чоловік хоче расслабиться, и вот он был в достаточном стрессе, то он примет ту речь, которую он слышит. То есть, это, знаете, то же самое, я задам вопрос. Вот представьте себе, что попадает ребенок в логопедическую группу, и там вообще у него одни патологии, а у соседнего ребенка за соседней партой будут другие патологии. Это не значит, что они обменяются этими патологиями, нет. Но если вот уже отвечать на ваш вопрос, то если человек был в стрессе, он хочет расслабиться, и сейчас при данном обществе говорить «шо», «как», там «чего», «тудой-сюдой», и как у нас очень часто, то, конечно, мы это будем. Но если нужно собраться, да, и человек, конечно, соберется. Эта функция никуда не денется головного мозга, я имею в виду, с развития. Ви знаєте, ми на завершення нашого інтерв'ю хотіли попросити у вас такі, можливо, декілька порад, можливо, якихось вправ для повсякденного життя і для дітей, і для дорослих. З чого, наприклад, потрібно розпочинати свій ранок? Або як підготуватися наприклад, до ефіру, да, щоб чітко говорити. Давайте спробуємо такі поради, щоб вони були корисні глядачам. Є артикуляційна гімнастика, яка дуже, звісно, допоможе всім для того, щоб улучшити це. Це, в першу чергу, нам потрібно розтягнути наш чтобы наш артикуляционный аппарат проснулся. Угу. Мы взяли ручки, немножечко поджали подбородочек, сделали, как будто бы сейчас мы будем открывать рот, чтобы было немножко тяжелее. Да. И мы будем широко открывать рот. И медленно закрывать. Угу. И сколько раз так повторю? 5 раз будет достаточно. Ага. Таким образом у нас просыпаются крупные мышцы артикуляционного аппарата. Дальше давайте мы будем проговаривать вот улыбка и делать хоботочек. Ну, по факту и у. Угу. То же самое и у. И у. И у. Теперь давайте сделаем упражнение для щек. Надуем и снова и сделаем толстячок, худышку. Да. Тепер ми не бачили всякої, так? Ви знаєте, кожен день робимо це, і річ становиться тільки краще. Тепер зробимо упражнення для язичка. Давайте. Обичне банальне упражнення, ми називаємо це качелька з дітками. Язичок вверх, вниз.
Пробачте, глядачі, але ми робимо вправу. Повторюйте за нами, якщо вам дуже цікаво, то... Тепер зробимо упражнення, яке дуже любиме, звук «Л» ми ставимо з нього. Це упражнення футбол, язичок у нас буде в щочці йти, забиває гол. Угу. Я думаю, що з боку це виглядає досить дивно, але оратори цим займаються постійно. Як ви чувствуєте зараз артикуляційний апарат? Розминається. Загуділа, туди приходить кровушка. Да, наче більше простору для букв слів. Таке відчуття, як береш жменьку букву, кидаєш в рот, тепер можна вимовляти. У нас улучшається кровообращення, і, звісно, язик потягнувся, розтягнувся, щочки ми теж розтягнули. Це такі 3 минути, які помогут произносить очень хорошо. Если вы делаете с детками домашнее задание и нужно выучить стихотворение, сделайте такую гимнастику с ним, ему будет гораздо легче. Класс! Выучите певный вершик? Ну вот, когда нужно сесть, например, ребенку нужно читать, нужно что-то пересказывать, нужно выучить стихотворение с ребенком, и мама занимается с ним домашними заданиями, то эти упражнения, они, конечно, сразу улучшат звукопроизношение ребенка. Класс! Тепер ми знаємо, що розпочинаємо з себе, з дикційної вправи, привчаємо до цього дітей, співаємо колискові. Мені вже цікаво, знаєте, як колись буде співати колискові. Він тут зранку співає весь час ранкові пісні, а тепер ще й будеш колискові. Ви навіть не уявляєте, як студія починає звучати, коли я заходжу на ранок на грим. Я восхищаюсь тем, что вы просыпаетесь так утро, и ваши голосовые связки также просыпаются по утрам. Ведь у каждого из нас есть тоже цикл, когда мы активны. Голосовые связки, они, если мы много говорим, либо если вы будете понимать, что к вечеру, они уже устают, и они не так звучат. А утром они, у них тоже есть момент, когда они очень активны. Да? Мы хорошо... Это тоже очень зависит от лимфотока, от того, насколько мы умеем управлять своим голосовым аппаратом, от дыхания. Поэтому вы большие молодцы, что утром вы распеваетесь. Дякуємо всім за перегляд цього відео. Сподіваємося, наш контент і надалі вас дивує. А ваша задача – бути підписаними на нас, щоб нічого не впустити. А також не забуваємо поставити вподобаєчку, написати коментар, також поширити відео між своїми друзями. А ми будемо все більше піднімати тем для того, щоб бути ще більш обізнаними. We'll be right back.